Сотрудники УМВД России по Ленинскому району раскрыли серию краж из автомобилей. В дежурную часть поступило заявление от местной жительницы о том, что по улице Донбасской на неохраняемой стоянке неизвестные разбили стекло ее иномарки и похитили автомобильную магнитолу. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый 35-летний местный житель. В настоящее время следствием установлена причастность задержанного к 5 аналогичным эпизодам, также произошедшим на территории Ленинского округа. Общая сумма ущерба составила более 76 тысяч рублей. По данным фактам, следственным управлением МВД возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. По ней предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Задержанному Видновским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.